Маша, что, пошли? Байкальский зоопарк, это да? Это байкальские утки. Вот это, да? Да. Прикольно. Они что, только на Байкале живут? Да, они тут живут. Да. Это а у нас кролики. Еще? Кролики? Кролики? Вот там два с зелеными головами, это были селезни. Ага, а селезни. А с красной головой это байкальская утка, кряква. Понятно. Это у нас а, это зайцы? Байкальские кролики. Это у нас бинго, это роли, это шифа. Этих новеньких не придумали. А эти вот серые тоже кролики? Девушка, можно заходить, погладить кролика. Да? Сейчас уборку проведем. Ага, давай, доделай, Леха, не мешай. Леха, давай быстрее. Ага. Семейный подряд. Я честно дальше. Потом пошли дальше. Я в клетке захожу, я ему говорю. А тут что? Тут... Ничего нету, да? Это у нас медведь и лев. Ух ты! Лев это у нас Лёва, а Миш... Маша, ну ты видала? Мишка это Миша у нас. Да? Миша. Вот это Миша, а это Лёва. Круто. Увидали, да? Какие звери. Ну это опасно. Они откусят лапу. Леса Чернобурка. 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 Ага, чернобурка. Лиса, да. Это из них шапки-то делают, да, чернобурка? Да. Угу. Вот пальцы нельзя сувать, она укусить может. Это у нас волки. Ой, вот это волки, да? Это Макс, а угу. Там это Макс, а это Аня. Да ты что? Волки. Первый раз волков вижу. Это у нас вот. Это у нас Дональд Дак гусь. Где? Вот это большой который. Мы его переселили, он был вон там, что у нас в будке. Угу. Это чайки у нас. И вон павлин. А, вот красивый, да? Да. А он же этот хвост он распускает, да? Распускает, да. А иногда, когда захочет. Ну да. Ага. Сейчас, сейчас. Давай сюда, гусю. Ой, не наводит. Да, Мишка-то. Это у нас один большой. Ага, сейчас. Это у нас писец. Это писец. Писец вот это, Маша. Да. А вон там заяц вот это вот здоровый, да? Это кролик тоже один. Кролик? Он большой, но он один. Сейчас пока нельзя к нему заходить, он пока ест. Ага, круто. Вот это у нас козы и овечки. Вау. Гладить козы. Можно, они не кусаются. Да? Да. Цапнуть. Ой! Ко мне, козел! Козел! О, это вы так кормите это арбузов, траву да? Траву можно приносить, если у вас есть. А, не, у нас ничего нет. Ой! Ко мне! За рога их тоже можно трогать. Угу. За рога тянуть тоже можно. За рога? Маша, будешь за рога тянуть? Ко мне! Козлов. И траву надо, чтобы они подошли. Ага. Пусть кормить их. Да? Маша, иди покорми давай. Осторожно только. Вон, видали? Их можно... Ух ты, бодает. Бодак это какой. Вот, видали? Вот так вот вам. Бе. Фу. Ко мне быстро. Быстро! Это что? Надо поставить. Надежь, ешь. Да не тебе! Угу. Опа! Маша, а ты покормила его? Да. Ну как, скушал он твое? Пойдем. Иди нас. Писец. Пальцы нельзя сувать. Леха, весь. Ты знаешь, да? Кролик. А это он не кусается? Нет, беги туда. Туда! Я сказал. Я туда сказал. Заходи. Дверь закройте, пожалуйста, а то он может быть. А, вы выбежите, ага. Ой, забился он. Ну я держу. Это у нас девочка. Девочка. Она пугливая. Ага. А как зовут?
кролика белого зовут? Леха! Леха! Как этого зовут? Робин Гуд. Робин Гуд. Да, мальчик. Тоже. А, мальчик, значит. И вот волки, еще раз волков посмотрим. Ну туда можете палец. На гору забраться посмотреть. На гору? Какую? Вот эту. Вот сюда, что ли? Да. А. Ой, ну тут скользко, наверное. Нет, когда тут... Маша, ты не лезь сюда. Я сам заберу. Нет. Волки. Живые волки. Они думают, что у вас мясо есть. А, ну потому что у меня рыба. Вот тут мы рыбу купили сейчас на рынке. Если что, косточки мяса приносите им. А мы это... Мы-то... Они еще из-за мяса одного дерутся. А мы-то сегодня уже уезжаем, поэтому... Мы как это самое последний часок тут гуляем и все уже. Так, и что? Все хорошенько. Вот это весь зоопарк. Давай. Писец. Козы. Бараны. Ну, Мишка-то. Это кролики, да? Они маленькие. И... Что, не открывается? Да, открой будку. Погладить хотят. Маша, туда зайди. Маша в клетке с кроликами. Они травку кушают, да? И мы только что им новую принесли. Угу. Понятно. Это кому? Че, как? Нормально, да? Те, кто кушает, можете как-то, кто не кушает, не хотим. Что? Вот в этого глазки маленькие. Прикольно, да? Ты кроликов-то трогала когда-нибудь? Да, когда мы в контактном были. А, там? Ну, это тоже типа контактного, да? Но здесь еще и волки есть. Тигр, медведь. Где? Тигр. Ну вот. Ой, это хорошо. Угу. Меня за. Ну что, давай. Подожди. Убери его с этого. Отодвинь его. Ну переставь просто. Да не ко мне, все пошли. Не хотят тебя. Малыши, давайте ко мне. Вот сюда. Вот сюда. Лучше. Я понимаю, что мы не собаки, но все равно. Угу. Тебе лучше. Маша, давай выходи. Ты что? Маша. Не лежит. Давай, все, выходи. Ага. Давай, открывай и выходи. Маша, давай. Да не, ты выйди и все. Давай, а я закрою быстро. Давай. Вот Маша вышла. Вот так вот. Байкальский зоопарк. А тут еще птички какие-то. Можно Микки Мауса погладить. А это что за птицы у вас? Это снегирь. Снегири, вот, да? Да, это самка снегиря. Ага. Ой, самец снегиря, а это самочка вот серая. Ага. В мире птиц самцы более яркие и разноцветные, а самки более тусклые и неузрачные. Понятно. Ну да. Он даже павлин. Павлин только у самцов этот хвост растет. Вот, понятно. А самок нет. Да, о, кормить мальчик стал. Да, они, наверное, много едят травки, да?
Ну ладно, спасибо большое. Не за что. Не за что. Собак можно погладить. Погладить, а можно сфоткаться с ними? Давайте вас вместе сфоткаем. Не, я дочку. Вон они какие.